Привет, друзья! Меня зовут Дима, мой ник Brother2S, и это канал, который посвящен фарму опыта Fortnite, на котором я каждый день выкладываю новые видосики с фармом опыта. Я подготовил сегодня для вас классную карту. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заходим в поиск и в поисковую строку вводим код 01705319-9707. Нажимаем Enter, появляется вот такая картиночка PvP Build Fight. Нажимаем на нее, нажимаем выбрать и обязательно проверяем, чтобы здесь стоял у вас частный режим игры, а не открытый. Частная игра ставим и нажимаем играть. После этого, друг мой, не забудь зайти в магазин предметов, внизу нажать поддержка автора, ввести мой код G-App и зафиксировать. Итак, на поиск нажимаешь, галочка фиксирует этот код в твоем магазинчике предметов. И теперь за все твои покупочки я буду получать бонус от компании Epic Games, потому что я их партнер. Я тебе очень благодарен за такой поступок. Смотри, когда загружается карта, вот здесь вот прожимаешь старт кнопочку. И после начала игры разворачиваешься назад, вот в это место подходишь между двух плакатов левых. Левого и центрального. И вот здесь внизу есть кнопочка скрытая. Нажимаешь эту кнопочку. И теперь подходишь к вот этому плакату. Смотри, здесь есть значок XP на этом плакатике. Нажимаешь на него и подтверждаешь. Все, ждем загрузочку. Когда карта загрузилась, подбегаем вот сюда к автоматам слева. Берем здесь граплер. Присосочку. Сейчас я его поставлю вот так, чтобы удобнее мне было. Потом вдоль вот этой линии оружия бежим к стеночке, запрыгиваем на выступ, потом влево поворачиваемся и здесь прыгаем на соседний выступ. Видите? Получается, вот отсюда прыгаем сюда, поднимаем голову, и здесь у нас есть кнопочка Secret Location. Нажимаем ее, перемещаемся вот в такое место, берем и нажимаем вот на эту кнопочку под таймером. Старт таймер. С этого момента мы начинаем получать АФК опыт. Ого, какой! 117, нормуль. И ждем, пока закончится таймер. Смотрите, давайте зафиксируем. 406 уровень и 41 тысячу нужно до 407 уровня. Друзья, вот эти цифры давайте зафиксируем. Все, давайте посмотрим, сколько опыта на фарме мы на этом способе фарма. Друзья, пока идет таймер, не забудьте присоединиться к Discord-каналу, к моему, чтобы быть на связи, чтобы быть все время в курсе всех событий, чтобы играть с разными ребятами в разные игры, общаться, находить тиммейтов, друзей, в общем, проводить круто время. И сегодня воскресенье, сегодня у меня не запланирован стрим, но я бы хотел его провести, поэтому всех приглашаю на стримчанский сегодня. Так, таймер закончился, нафармил я за это время 11 тысяч опыта. Круто. Погнали теперь проходить саму карту. Идем влево. Забегаем вот здесь вот за столик и находим кнопочку за ящиками. Нажимаем. Получаем опыт. Поднимаемся теперь вот здесь вот внутри, в этой башне наверх. И здесь на колпачке нажимаем еще одну кнопочку. Еще один опыт активировали. Теперь к этому домику. Поднимаемся сзади по ступенчикам и на столике нажимаем кнопочку. Бежим теперь вот сюда внутрь в домик. Поднимаемся наверх. И вот на этой лампе нажимаем еще одну кнопочку. Активировали. Погнали теперь в сам большой домик. Заходим внутрь, пробегаем прямо, поворачиваем направо и спускаемся вниз. Здесь проходим сюда и поворачиваем между вот этих вот штук, вот сюда вот в дверку заходим. И вот в этом уголочке нажимаем на кнопочку. Еще один. Активировали буст. Теперь забегаем внутрь, поднимаемся по ступенчикам наверх. Поднимаемся по ступенчикам еще наверх. И подходим вот к этому месту, где подарочек на столе. На столе нажимаем на подарочек кнопочку. Класс. Теперь идем вот сюда, к дереву, к этому правому. И здесь вот на дереве сзади нажимаем кнопочку Rift плюс XP Boost.
Все, попадаем вот в такое место, где мы летаем, друзья, с вами. И каждые 5 минуточек включается буст к XP, который насыпает нам опыт. Вот. Летать здесь можно бесконечно, опыт будет бесконечно включаться. Был у нас 406 и нужно было 41 тысячу. Мы апнули 407, 408. То есть мы апнули уже 120 тысяч. И здесь мы апнули еще 50. Уже 170 тысяч есть. Еще буст идет, как видите. Уже вон 175 тысяч, 180 тысяч. Короче, ребят, летаем здесь и лутаем опыт, пока не надоест. Так, друзья, полетали здесь, когда выходим вот так вот просто на Е, нажимаем на кнопочку взаимодействия. Выходим вот сюда вот, получается, на спавн. И можем забрать пирамидку. Если вы на карте провели больше часа, то здесь открывается шторочка и можно забрать пирамидку. Я просто полетал, там пофайтил, пофармил опыт на батутах. Подхожу к пирамидке, забираю и получаю за нее 7991. Очень даже неплохо, 8000 плюсом. Давайте подведем итог небольшой. Смотрим. У меня был 406 уровень и нужно было 41 тысячу до 407. Потом мы апнули 408, 409, 410. То есть мы апнули 3 уровня по 80 тысяч. Это 240 тысяч и 41 тысячу. 280 тысяч опыта я забрал на этой карте уже. И у меня продолжает еще идти буст к опыту и АФК опыт. И каждые 5 минут буст к опыту. На этой прекрасной нотке буду с вами прощаться. Всем желаю классного дня, хорошего выходного. И не забудьте сегодня прийти на стрим. Сегодня решил сделать внеплановый стрим. Воскресенье. Какое сегодня у нас число? 11 февраля. Друзья, всех жду.